Всем привет! По просьбам зрителей я продолжаю прохождение игры World of Gear. Ладно, все, let's go. Не будем. А, это ВКонтакте, извините, я забыл закрыть. Ладно, я буду говорить, когда это у меня. Ну что ж, let's go, здесь я уже был, да? Да, здесь я не был. А, здесь сейчас будет геморройная миссия, матерь божья. Давайте попробуем ее обойти тогда. Я думаю, все равно вам придется ее проходить, но попробуем обойти. Нет, я не могу обойти, к сожалению. Фух, ну давайте. Миссия, конечно, сложная. Ну что поделать. Глаза боятся, глаза делают, есть такая поговорка. Вообще, по идее, нам нужно наращивать в ширину, правильно? Чтобы была такая установка, на которой не упадет никогда в истории. Но я не знаю, сколько у меня хватит человечков. Ну, это, в принципе, это не человечки, это жижа. Черная сраная жижа. Так, поднимаемся вверх. Ох. Я слышу гром. Как же я люблю гром, грозу. Так. Ну, тут уже, да, получается полная помойка. Как же высоко-то, Господи Иисусе. Уже перевешивает. Ну-ка, если мы просто будем... А, так она сквозь палку проходит. О! А я какие-то теории открываю, новые законы. Я думал, можно будет о палку обокачиваться, а она сквозь палку проходит. Что? Ну, давайте попробуем подняться. Ну, видите, сейчас упадет и вся конструкция. Да, придется мне потрудиться. Ну, все, она падает. Ну, это бред. Да. Жесть, как же высоко-то, матерь божья. Она еще шевелится. Ой. Во. Вот такая вот большая конструкция. Но опять же, знаешь, только единственный вариант достроить ее в ширину. В ширину. Опа. Так. Еще не забывайте, что мы должны до финиша, да? Ой, не падай. Ну, конечно, я делаю так, и вот так, и вот так, и вот так. Все, я сделал такой возврат обратно. Нам еще нужно на финише 25 черных жиж принести. Это жестко, конечно. 25. Ну это бред. Ну смотрите, она туда-сюда падает. Да. Ну давайте, наверное, я буду мучиться, потом покажу, что получилось. Это будет, наверное, долго, недели, года. Так, ну вот, я, в принципе, сразу что-то начал делать. Я не знаю, мне кажется, получается, не получается. Как я сделал? Сейчас я нажал на паузу, да, начал заново. Я просто попробовал поставить так, то есть ширину. Вот видите, я на всю платформу поставил, но все равно, ой, как плохо держится. Я опять сглазил, все ненавижу, ой. Что же она упала-то, не понимаю. Ладно, давайте тогда поставим сюда вот, чтобы она не упала. И вот сюда вот, так уж и быть. Держись, братюня. Что, держишься? Должна продержаться, да. Окей. Хотя бы продержись, а потом будем потихонечку снимать. Так, давай вверх, братюня. Если она падает в ту сторону... Держись, братиша, давай, давай. Что, получится? Получится. Ну, смотрите, какой профессионал. По идее, получится. Все. В принципе, не так сложно было, как я думал, конечно. То есть, вся логика в том, что нужно было просто построиться в ширину, на всю платформу. Но все равно, вот из всех, что мы проходили, это самое сложное задание, я согласен. Но все равно мы идем дальше. Буль-б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 уль. Давай быстрее, да. Аплодисменты в мою честь. Там, как я понял, несколько этапов, да? Или локаций. Вот, чертер один, да, то есть глава первая. Там несколько глав будет. И, наверное, они будут чем-то отличаться.
Вот осталась последняя жижа, да? Пятно осталось. И мы куда-то потечем. Ну, with girl. Сейчас будет опять то же самое, только 3 раза выше, да? Ага. Это мне нравится. Смотри, красиво сделали такое солнце. Ну, мы читать не будем это говно. Сразу давайте посмотрим всю карту. Вниз падать нельзя. Нам нужно дойти до трубы. Ну, само собой, сначала кажется, что все легко, да? Согласитесь. Типа, изи-бризи. А, у нас же... Понятно, она должна упасть. По-другому никак. То есть мы должны сделать вышку, которая упадет прямо сюда вот. Если мы будем строиться в бок, то мы сразу вниз упадем. Ну что, давайте пробовать, как всегда. С первого раза вряд ли получится. Если делать, то надо прям очень быстро делать. Надо такую вот вышку. Да давай, ставься, дебил. Самое главное, что мы дотянулись. Давай, братюня! Это был звук неудачи. Я думаю, вы поняли. Ладно. Хотя идея была неплохая. Ну-ка, а если мы сделаем вот так, подставку опять сделаем. Поднимемся наверх как-нибудь, а потом сломаем низ, чтобы она упала. Не, миссия, я говорю, я не думаю, что она сложная. Надо просто сделать правильно все. Надо построить вверх. Блин, здесь еще черное пятно сливается. Этому нас жизнь не учила. Let's go. Нет, мало, мало. Слишком мало. Давай, держись, братюня. Слишком рискую. Ну еще одного. Да что ж они так все внизу-то, дебилы, торчат тупые. Что за горбатое говно? Горбатая гора 3. Да. Так, я вернулся обратно, вы видите. Стой, 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 братюня, стой! Не падай, пожалуйста, не падай. Так, хорошо, стоит, стоит. Нет, не стоит. Ну куда ты падаешь, ты дура тупая. Хо-хо! Нет, нет, вообще не та тема. О, фига он вылетел, видали? Блин. Да. Ну давайте, ладно, перемотаю. Я для чего это делаю? Чтобы вы увидели больше. Больше уровней вы увидели. Сейчас я построю, короче, и перемотаю вам. Так, ну вот я сейчас строю, да. Вроде она получается самая высокая на данный момент. Еще нужно не забыть, что нам нужны пятнышки, чтобы их потом еще... Нет, давай, братюня, вот выше, 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 нет. Говно какое-то построено, фига набомбануло, как мой пукан, как мой рыжий пукан, ой. Так, ну-ка назад, назад, назад. Нет, нет, братюня, жив, Игул жив, давай, жив, целый орел. Мало осталось, очень мало. Не, плохая конструкция, реально плохая. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Фух, еще один вариант. Ладно, я подумал, знаете, как сделать? Не вверх строить ее, а я начал строить вот так, на это... Ну, короче, на углу, да? Вот, чтобы облокачивалось на этот угол. Вроде выглядит неплохо, хотя... Опять же, непонятно, получится, не получится. Она уже все хочет падать. Блин. О. Давай, братюня, так.
Ну? Что, получится, не получится? Так, 3, 4, 5, 6. А, одного не хватило, да ладно. Вы прикиньте, одной твари не хватило. А я могу как-нибудь назад сделать? Давайте попробуем как-нибудь откатить. Откатить, да, и все. Ага. Как-нибудь максимально сэкономить. Да нам не хватило одного. Одной твари тупой не хватило. Не, одно и то же, смотрите. Да, не хватит. Все, хватило, нормально. Фух, с горем пополам прошли мы эту миссию, нормально. Ну, не тяжелее, чем была прошлая. Прошлое было тяжелее. Здесь было два варианта. Или вверх строиться, или чтобы бугало покачивалось. Я сначала выбрал первый вариант, потом второй вариант. Так. Это ж не все, что ли? Я думаю, все. Ну, let's go, посмотрим, что у нас здесь. Пумпинг! Пумпа! Они подыхают? Они подыхают, да? А, не, подождите. Я должен вылезти из пумпы? Извините. Что, простите? Так, как же нам это сделать? Нам нужно сделать типа платформу такую, правильно? Чтобы на ней стояло все. Такая платформа будет. Ай, стоп. Стой ты! Смотрите, все так шатается. Вот, опа. Она тонет? Да вы что, шутите, что ли? Это уже забавно. Братюня, давай! Тварь тупая. Рот. Ладно, понятно. Так, еще раз. Рот. Секрет? Так вот и было написано секрет. Так, ба-ба-ба, ладно, ничего мне не говорит, ничего интересного. Ага. А, подождите, а если мы будем шарик делать? А, он тонет, блин, ну тварь, он бесконечно тонет, смотрите, я не успеваю строить. Да это нереально вообще, это просто нереально. Когда первый раз мы играли, мы почти уже все сделали тот раз. Или он до дна достанет и все. А, подождите, а чем проблема тогда? И чем сложность? Блин, а чем падает-то? Ёлки-палки. Не забывайте, что это зеленое говно, да их это можно будет снимать. Сейчас он точно не сможет шевелиться. А в чем смысл? Да вы что, издеваетесь? Это типа всасывает? What the fuck? Не, в принципе, это не сложно. То есть нам нужно как сделать? Нам нужно ставить об угол. Ух ты, она проходит. Что происходит? Она сама пошла. Да, детка, давай. Это прям как появление ребенка. Давай, братюня, давай. Давай, братюня, перевес сделаем. Давай. О. А, это чтобы взлетело?
Полетели в края. Да куда ты ж падаешь-то, тварь? Давай, братюня, полетели. Ну все, по идее, мы прошли с первого раза. Мы так быстро прошли, что я уж как-то не знаю. Неожиданно для меня как-то. Она прям сама потекла. Давай. Так. Все, в космос. В космос полетели. Так, еще один шарик. А, все, хватит. Еще не все, что ли? Или все уже? А, тварь застряла. И чё надо тебе? Давай, давай, ууу! Бам, 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 парам, парам! Тихо, подожди, не там, не там, не там. Стоп, стоп, стоп. Она так может сломаться. А что ты не взлетаешь-то, подожди? Типа тебе тяжело, что ли? Я не могу понять, ей тяжело? А если мы это говно выкинем? Непонятно. По идее, должна взлететь, как я понимаю, должна взлететь, да? Или что нужно-то? Хорошо, ничего не понятно. А, там еще выше что-то есть, офигеть. Так я эту фигню должен поднимать или что я должен с ней делать? Подождите, я не могу понять. О, шарик. Прикольно. Так, тихо, подожди. Стой, 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 стой. Это не шарик, даже глаз какой-то. Шоколадный глаз. Давай, давай, давай. Братюня, давай. Ну вот, давай, давай, давай. Потекла, давай. И до куда? Она что, упала, что ли? Ну куда что она упала? А, все, что ли? А, все, мы прошли игру, да? Нет, вот летит. У меня не такая была инструкция, это вранье. А, конструкция, я имею в виду, не такая. У меня глаза были аккуратно с двух сторон. В смысле, это все конец, что ли? Реально? Что за бред? Там же еще были эти. Или это окончание одной части. Давай, 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 давай. Быстрее, давай. Вот, да, все. Давайте глянем, что у нас. А, ну вот они, ништяк. 3, 4, 5. А, это конец. Ну, получается, нам еще надо пройти 3 и будет концовка. Ну что ж, посмотрим мы пока фейл, а, фал, на новую локацию. Давайте, опа, Дрю, Дрю, welcome back. Добро пожаловать обратно. Ох ты, матерь божья. О, сопля висит, смотрите. Это не сопля. Это кое-что белое. Ну-ка, а что надо делать? Она, наверное... Ну-ка, подождите. И что это такое? Нам нужно опуститься и собрать эти... Надо 10 штук доставить до финиша. Вообще непрозрачные. И в чем разница? То, что они просто шевелятся немножечко? Так. Допустим, трусы мы спустим. Давай. Опа. 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 Оп-оп-оп-оп-оп-оп такие. Давай, шевелись, шевелись. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Собирайся, народ. По идее, надо не по прямой строить, а вот так, чуть ниже. Это чуть повыше. Мы там всех собрали? Да, мы всех собрали. Прикольно. Так. Аккуратненько. Видите, она будет шататься. Шатап. О, как она сильно шатается. Ой, они упали. Жалко. Ой-ой-ой, вентиляюсь. Так, ну я думаю, что это будет полегче, да? Оказалось, не совсем легко. Давай, давай, притягивай быстрее!
пока не развалилось это говно. Что, мне хватает одного, что ли, опять? А, все. Нормально. Все. Первую же миссию мы прошли. Нормально. Ладно, сейчас мы пройдем еще одну и хорош. И так вам показал очень много. Миллион миссий. Гоу-гоу-гоу-гоу. Какие-то новые такие белые шарики. Они, знаете, что напоминают? Ну ладно, я уже говорил, что напоминают. Гоу дальше. Фу, ама, жуба-зуба. О, красное говно какое-то, смотрите. Красные шарики. И что это? А, они были. Я помню звук пердежа, помните? Летающее говно. Куда полетело? Куда? А, она не может выше лететь. Так я должен эту фигню перелететь? По идее, я должен сюда добраться, да, и потом вверх куда-нибудь. А где труба? Стоп, где труба, 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 труба? Нифига труба. То есть я сначала должен туда добраться, правильно? А как я туда доберусь? Только так, что ли, и все? Это мой вечный двигатель моей разработки. Поехали, давай. Пу! Опа. 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 Так, стой, братюня, не туда. Опа. Уху! Фига у меня скорость, а, Бэтмена. Так, давай, теперь пускаемся вниз. Аккуратно, аккуратно, падение, падение. Пэп, пэп, пэп. Давай, 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 пускаемся, братюня. Такие, оп, оп, оп. Что это, что это? Все собрали? Я, в принципе, логику немножко понял. Да, 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 давай немного в бок. Не в тот бокс. Тихо, тихо, тихо. Стойте! Куда вы полетели? Стоп, 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 стоп. Так. Нам нужно... Блин, я не могу подобрать. Что за говно? Так. Еще раз. А сейчас упадет, упадет сейчас. Ладно, там мы сделаем опять. Давайте подвинемся тогда. Не хочет нам по-хорошему, будем по-плохому. Во. И теперь мы просто опустимся. Давай, давай. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бах. Я надеюсь, она не сломается. Нормально, все. Так, мы всех собрали. Теперь по логике нам нужно подвинуться сюда. То есть мы сейчас ставим опять шарик сюда, вот. Снимаем здесь. Да, теперь в обратную сторону. Я ж непривычно немного. Ну ладно, давай. Вот так. А, такой звук. Эх! А, я один лишний. Да, да, да. Все, все, все. Почуял его. Я почуял его. Так. Сюда вот. Еще раз подвинуть и сделать так. Вот так. Тихо, 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 тихо. Хорошо, стой, братюня, стой. Делаем соплю. Перевешивает, ёшкин кот. Ну что ты перевешиваешь-то? Ай, стой, стой, стой. Нет, это немного посложнее, чем я думал. Тихо, ну-ка, подождите. Надо было эту соплю в одну засунуть. Ага. Смотрите, если сейчас еще у тебя возьмем, тварь. О! Не двигайся. Так. Давай, давай. У меня ICQ 48 тысяч. Ну ладно, все, короче.
Прошли мы миссию, нормально. Мы, по-моему, даже ни одного не потеряли. Все, let's go. Все, отлично, интересно, молодцы, прикольно придумали. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментарии опять, нужно ли мне продолжать снимать эту игру. Вы видите, да, мы сейчас снимаем, вроде нормально, ничего не тупим, все проходим. Поэтому, если вам это интересно, пишите комментарии обязательно и будем дальше снимать. Давай, все, братюня, давай, все, всем пока.